Меня зовут Иван, знаете, если я в этом зале, я только могу сказать, жив Господь. Жив Господь, дорогие мои. Он милостив, Он долго терпит. Я по милости Его могу сказать это вам слова. Господь любит вас. Он долго терпит, по той причине. По той причине, дорогие мои, потому что Он желает, дабы вы не победили. Но дабы уверовавши в Сына Его, которого Он послал за наши грехи, чтобы вы покаялись перед Господом. Слово Божье говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет. На живущих в стране тени смерти свет воссияет. Дорогие мои, это пророк Исаия пророчествовал еще за много лет до рождения Иисуса Христа, Господа нашего. И через несколько сот лет пришел тот, кто зашел на крест Голгофский. За тебя, дорогая душа, за меня. Я точно как и вы, потому что мы все лишены были славы Божьей. Все, так написано. Потому что водами, все согрешили. Но Иисус Христос пришел, дабы сегодня оправдать каждого из вас. Я на самом деле сидел в этом зале, брат или даже, не знаю, как его зовут. Это свидетельство о том, что которое я могу вам засвидетельствовать. Я сидел на этом месте, я сидел и в сердце мое хочет сказать вам слова. Я не знаю, как мне сказать. И Бог посылает брат подходит ко мне. Вот это и есть слово. Я говорю, есть. И вот оно свидетельство. Это свидетельство Бога нашего. То, что Он жив и на этом месте. Он желает сегодня, дабы сегодня каждый человек обратил свое сердце от злых дел и ушел к свету. Слово Божье говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы. Он есть любовь. Любовь, которая покрывает все грехи. Если сегодня кто-то думает, что он нагрешил столько, что ему нет прощения, я вас хочу обрадовать сегодня. Он на Голгофском кресте понес всякие сделанные тобой и мною. Даже который я еще, может, где-то ошибаюсь на жизненном пути, он искупил. Но он желает, дабы мы сознавались это, дабы мы признали тот грех, которым мы живем сегодня. Дорогая душа, сегодня есть время. Сегодня вы говорили, и братья говорили, начинали. Это милость Божия, дорогие мои. Если вы думаете,